Всем салют, народ, с вами, как обычно, Паша Клэнс, и сегодня я решил поэкспериментировать с видеоиграми. Моя ненаглядная посоветовала мне игру 100 дверей, она на логику, на внимательность, и там даже может отсутствовать какая-либо логика, но тем не менее все равно нужно быть внимательным, вот так вот. Короче говоря, это игрушка-головоломка, в которой мы будем пытаться открыть очень много дверей и посмотрим, что из этого получится. С вас лайкосик и подписочка, и мы летим играть. Ну и, конечно же, вы можете подписаться на мой инстаграм, если интересен мой мерч, то ссылочка на него тоже в описании есть. Полетели. Оказывается, тут еще и рулеточка есть. Это я уже в конце игры делаю. Так, ну оп. И что это? Одна подсказка, серьезно? Да, я уж лучше деньги получил, потому что за деньги здесь можно получить огромное количество подсказок, а не одну только, которая стоит 200. Да. Итак, начало игры. Давай. Самое главное, что здесь очень много уровней, но я начну с самого первого. Дело в том, что не я один играю в эту игру, и, соответственно, сейчас я начну. Итак, соответственно, здесь эта задачка на логику, вот логотип компании здесь летает, и, в принципе, все. Ну, я так думаю, что нужно вот сюда, наверное. Да, я прекрасен, просто молодец, спасибо большое. Итак, у нас следующая комната, в которой нужно что-то сделать тоже. Тут вот висит планетка, кофе стоит. Так, вот эти вот всякие ящички, фигачечки, прочее такое дело. На самом деле довольно интересненько. Может быть, все-таки здесь что-то менее очевидное есть. Например, это. Понимаю. Ладно, летим дальше. Молодец, спасибо. Итак, тут у нас что? Тут у нас... О, ключ. А его как-то можно что-то с ним сделать или что? Можно с ним что-то сделать или нет? Нет, с ним вообще ничего нельзя сделать, не очистить, ничего нельзя, вообще нифигашеньки просто. А, я просто зажал левую кнопку мышки и подергал в сторону. Понимаю, ладно. Так, ну давай попробуем. Так, я перенес и уже, так, прекрасно, я уже на третьем уровне, и здесь, наверное, тоже нужно что-то сделать. Это не двигается, двери закрыты, прекрасно просто, это уже хорошее начало дня. Да уж, задачки на логику с утра решать, дело, конечно, такое себе. Ну ладно, давайте попробуем что-то здесь, может быть, все-таки какие-то книжки еще. Подожди. А, ну да, понимаю. В стороночку и открываем двери. Да уж, молодец. Кстати, очень странно, что они были закрыты, но тем не менее, ладно, окей. Итак, здесь что нужно сделать? Вот он сам ключик. Я так понимаю, эту штуку нужно разбить просто-напросто и взять его, и все. Да уж, великолепная игра. Так, ладно, летим дальше. Здесь у нас что? Здесь у нас вот этот пиксель, ноутбуки, с которыми ничего нельзя сделать. Но вот этот ноутбук, он выделяется. Так, и что здесь? Ну, допустим, я вот сюда, если... А, крестики, нолики, понимаю. Ладно, давай попробуем вот так. Затем мы попробуем сделать вот так. Смотри, что делает, а? Он меня сейчас может выиграть, кстати. Нет, не получилось. Ладно, я попробую середины. Затем я пойду, не знаю даже как. Как мне пойти, вот так? Так, блин, а ты посмотри-ка, что делает. Не, мы так будем до бесконечности, мне кажется, играть, и все, и капец. Вот эти крестики-нулики. О, он начал первым, хорошо. Попробуем вот так, затем попробуем вот так. Затем вот так. А, ну я выиграл, по идее. Все, прекрасно просто. Ну вот так вот мы и играем, ребята. Задачки на логику щелкаются раз на раз, что называется. Вот реально, я бы с ней вышел раз на раз, и все было бы очень круто. Итак, здесь у нас что? Ну, судя по тому, что здесь мячики и здесь виды спорта, наверное, нужно их сопоставить. Вот и все. Хоккей — это шайба. Так, это у нас что такое? Это волейбол. Так, волейбол — это... Вот это, по-моему. Это что-то мини-скример такой был. Так, ладно, сейчас я быстренько все это дело сопоставлю. И двери открываются прекрасно просто. Молодец, спасибо. Так, здесь у нас что? Здесь у нас есть какой-то код, но нам его нужно узнать. Каким образом его узнать? Вопрос, конечно, очень интересный. Так, ну, судя по всему, он четырехзначный, значит, где-то 4 числа должно быть, или что-то вроде того. Так, я пытаюсь кликать на все подряд, потому что это одна из тех игр, из кликеров, знаете, где реально нужно кликать на все подряд, и, быть может, что-то и получится из этого, хотя хрен его на самом деле знает. Может, что-то и получится, а может, и нет. Так, о, маркер. Хорошо. То есть, получается, вот сюда? А, да, все правильно. 8972. 8972. Великолепнейший просто, Павел Юрьевич, я думал, что вы уже все. Ну, дело в том, что я уже довольно давно не решал всякие задачки подобные и всякое такое. Так, ладно, здесь у нас что? Здесь у нас, соответственно, дверка тоже, и тоже нужно, может, сыграть что-то надо, или посмотреть на ноты. Вот здесь есть ноты, допустим, in tempo d'un manuetto. Manuetto. Понятно, короче, я не... Так, хорошо, мы взяли часть вот этого сюда. Нет, не сюда. Ладно, договорились. Ага, понял. Так, ну и что теперь с этим нужно сделать? Это можно соединить как-то или что? Нет, соединить это никак нельзя, судя по всему. Может быть, вот так вот? Да, супер. А что, еще что-то надо? А что еще нужно? Ну, типа, я хз. А, ну вообще струны, по идее. Вот это струны? Это струны. Их, наверное, вот сюда. Супер. Супер-друплер. Нравится. Молодец, спасибо. Так, здесь у нас что? Здесь у нас какая-то очень, очень странная надпись. И левая, и правая вот эта вот штука. Ну, точнее, красный и зеленый. А, ну хотя L, R, 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 L, R, L, L, R. Прекрасно просто. Все достаточно быстро. Не думал, что будет так быстро. Так, здесь у нас что? Здесь у нас всякие... Так, периодическая система... Точнее, таблица Менделеева. И вот эти вот всякие штуки. О, натрий я сразу же взял, это уже неплохо. Так, ладно, может быть, все-таки что-то из вот этих химических... О, можно приближать, прекрасно просто. Так, ну, допустим, из вот этих химических элементов взять ничего нельзя, я все понял. Взрывчатка. Ага, понял. Со взрывчаткой мы все порешали. Так, может быть, вода? Да, вода. Так, их можно применить, наверное, друг на друга? Да, их можно применить друг на друга. Может быть, под дверь как-то что-то. Ага, понял. И что? И что теперь? Так, натрий и вода. Натрий H2, боже мой. Натрий H2O, что ли? Что это такое? Я не химик, далеко не химик. Это один из тех предметов, с которыми у меня ничего не получалось. Блин, походу еще с чем-то нужно смешать. Я хз на самом деле. Может быть, вот сюда. Хотя вода здесь уже как бы имеется. Что это за такое? Как это работает? Сука. Может быть, я что-то упускаю? Может быть, вот так вообще? А, ну да, здравствуйте. Ну что, гений мысли, так сказать, ребята. Реально вообще умница. Так, здесь у нас что? Здесь у нас кастрюлька стоит. Вот эти вот всякие штучки стоят. Так. Ну и что у нас тут? Так, будьте уважительны, кушайте свою еду, оставайтесь на своем сидении, будьте честными, используйте свои манеры, улыбайтесь, говорите «пожалуйста» и «спасибо», кушайте здоровую пищу. Да, тут очень много здоровой пищи, я прямо вот не могу вообще 10 из 10, особенно вот это вот, где мухи летают, это вот белок, да, летающий, наверное. Так, что у нас здесь еще? Помогайте другим. Ну ладно, это все мне не особо, я думаю... Ага, понял, супер-друплер. О! Ага, понял, принял. Так, может быть вот так? Супер-друпер. А, хорошо. Идем дальше. Так, нам нужно найти ножницы. Приблизь висающие цветы. Вот они, свисающие цветы. Но зачем приближать, если, в принципе, и так все видно? Так, с ними нужно что-то сделать. Вот только что вопрос, конечно, интересный. Ой, я что-то куда-то нажал. Так, ладно. Что еще нужно сделать? Я просто везде абсолютно тыкаю, чтобы вы понимали. Я пока не понимаю, что вообще и как. То есть здесь перед этим нужно еще это... О! Замечательно. Здесь перед этим еще нужно подготовиться к заданию. Ладно, что мне с этим нужно сделать? Вот этим нужно что-то срезать, этим что-то полить, а это, походу... Ну, вообще для горшочка, хотел сказать, боже мой. Для лопаточки нужны какие-то семена, там... Я не... О, это... Ну да, здравствуйте. Так, ладно, что теперь? Теперь вот сюда вот семена, да? Нет? Серьезно? А как это? Что это такое? Не понял я что-то. Нифига я не понял. Так, ладно. Допустим, ножницы. Ножницы, они для чего нужны? Чтобы что-то сорвать. Может, вот это? О, да. Прекрасно просто. Теперь берем вот эту лопаточку. Вот это все мы подбираем. Ложим сюда. Кладем. Так, и вот немножечко семян. И, конечно же, полить. И сейчас у нас, наверное, вырастет какой-то цвет. Да, прекрасно просто. Еще и прекрасный цветочек, который дал нам ключик, который, видимо, вырос тоже с ним. Очень интересно, как делали этот замок в таком случае без ключа. Ну ладно, летим дальше. Молодец, спасибо, да. Так, здесь у нас тоже есть какой-то коды. Ну-ка, скольки значные? 4, 5, 6, 7. Нет, шестизначные. Хорошо, давайте поищем шестизначное что-то. Вот есть пальто. А, ну и тут, да, 1, 9, 4, 0, 2, 6. Так, 1, 9, 4, 0, 2, 6. Прекрасненько. Прекрасненько просто. Выходим. Да, спасибо, молодец, я знаю. Так, опять здесь какие-то вот эти вот бабочка здесь и так далее. Так, и нужно что-то сделать. Вот только что вопрос, конечно, интересненький. Вот бабочка опять летает. Здесь все в бабочках, здесь все про бабочек, как будто бы в этой игре. Так, ладно, хорошо, допустим. А если вот сюда нажать? А, нужно закрасить, я понял. Ну давай, так, вот так, вот так, вот так, вот так. Дальше у нас туловище красное, вот здесь также красные штуки, желтые крылья. Так, затем темно-синие, темно-синие. Так, что дальше? Розовые вот эти вот крылья, часть крыльев. И вот к такому цвету располагает вот это вот белое. Я просто всех частей-то не... А что, еще что-то нужно закрасить? Я вроде все сделал. Или что-то неправильно? Нет, вроде как все правильно. Боже мой, я только сейчас обратил внимание, что вот это вот немножечко иной цвет. Давай. Что такое? Игра залагала. Здравствуйте. Давай уже. Во, все, по идее все. Да, прекрасно. Я вообще не обратил внимания на этот цвет, боже мой. Вот, классно играю с утреца, мне прямо все нравится. Так, что у нас здесь? Здесь, я так понимаю, что-то с этим самым, с автобусом нужно сделать. Так, то ли починить как-то, то ли что. Вот здесь какая-то штучка есть. Так, она довольно... Я, кстати, обратил внимание, что разрешение вот этих вот объектов, вот этих картинок, оно как будто бы пониже, чем все остальное. Так, ладно, я так понимаю, вот так? Да, прекрасно просто. И, ой, я подумал, что это в моем инвентаре. Вот это нужно куда-то залить, здесь нет бака. Вот здесь, по идее, багаж. О, ключи. Вот здесь, по идее, багаж, который, наверное, нужно как-то открыть, но он не открывается. Давайте попробуем, может быть, вот так? А! Вот оно как. Вот где у них бак-то находится. Ладно, прекрасно, давайте зальем. Как будто бы в воду залил, честное слово. Так, ну и, наверное, завести. Да, все, ехало. Классно у него, как колеса не крутятся, великолепно. А это все или? Это не все. А, понял. Давайте. Ну и, собственно говоря, открываем дверки и уходим отсюда, как мужчины, реально. Так, что у нас тут? Что у нас тут? У нас здесь какие-то всякие штуки есть, какие-то еще что-то. Сундучок есть. Но сундучок не взаимодействует никак. О, вот с ним можно взаимодействовать. И, судя по всему, здесь нужны отвертки. Отвертки нужно хорошечно так поискать. Так, они какие? Они на плюс, они на минус. И вот такие вот ромбовидные или что-то типа того. Понятненько, спасибо. Все. Так, вот с этим ничего нельзя сделать. Так, вот это что у нас такое? Плоскогубцы какие? О, кстати, их можно использовать вот сюда. И здесь раз отвертка, два отвертка, третья отвертка здесь нету. То есть на плюс и на минус. То есть еще где-то ромбовидная должна быть. И я на самом деле вообще хз, где она тут имеется. Может на трубах где-то, может еще что-то. Блин, у меня очень долго все это дело приближается. Подожди, это... Понял. Прекрасно. Так, и нажимаем сюда и просто-напросто хлоп, хлоп, дальше. Хлоп. Ну и, конечно же, крестовидное. Открываем. Так, ну и тут ключик, и все. Прекрасно просто. Открыли дверки. Да уж, неплохо. Ладно. Давай выходим отсюда. Молодец, спасибо. Так, здесь у нас что? Здесь у нас есть комната с бабочками опять. Очень много бабочек всяких. Прекрасно. Ну давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Так, сколькизначный код? Трехзначный код, это понял. Так, вот летает бабочка. Пиксель, все дела. О, я сюда нажал, и вот что у нас подсказочка. N умножить на 12, то есть N это количество бабочек, я понимаю. Ладно. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, по идее, да? 16 умножить на 12, я хрен его знает, сколько будет. О, 16 на 12, это очень сложно. До меня, по крайней мере. Так, 160 плюс еще. Та-та-та-та. Так, 16 умножить на 12. Подождите, я хочу это в уме сосчитать. Ну, в конце концов, что я вообще в первый раз, что ли? Так, 16 на 12. 16 на 12. Это 160. 176. 182, по идее. 182. 182. Не понял. Ну ладно, хорошо, я сочетаю на калькуляторе. 16 умножить на 12. Так, 16 умножить на 12 это равно 192. Понял, хорошо, 192. Да уж, вот это я понимаю. Это тоже неправильно. Я что-то упускаю? Раз, допустим, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Нет, это все не то, это все вообще нифига. Может быть, понажимать. Понял. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 умножить на 12 это 240. 240. Великолепно просто. Оказывается, нужно реально здесь на все тыкать. Я пренебрег своим собственным правилам. Великолепно. Так, здесь у нас что? Здесь нужно, походу, черт, я не понимаю. Вот они, мячи. 6 штучек. Здесь нужно 6 баскетбольных мячей найти где-то или что? Ладно. Что? Вот. Нужно ловить мячики. Все? Баскетбольные мячи только ловить. Я понял, хорошо. Не-не, дядь, не, спасибо. Спасибо. Клоп, первый пошел, осталось 5. Так, осталось 4. Главное не поймать вот лишний мячик, так сказать. Все будет хорошо. Не-не-не, дядь, не-не-не-не. У меня еще времени, потом дофига, что ли, я понять не могу. Так, осталось 2 мяча. Не-не-не, спасибо. Так, и последний мячик, давай. А кто их бросает, интересно? Вот это вот физрук, что ли? Все, великолепно. Так, вот это... Да-да, спасибо, молодец. Так, здесь у нас что? Здесь у нас история магистра Витая Эст. Так, вот время у нас здесь указано. И все, больше здесь, по сути, ничего не обнаружено. Может быть, мусор, может быть, учебник можно вытащить. Или что-то вроде того. Летает самолетик. Так, ну и все, в принципе, ничего-то нету здесь, нихера. Че мне искать-то? О, здравствуй. Я так понимаю, патроны нужно сделать с этими. Хорошо, давай. Так, ну, пушка это ядро. Так, лук это стрелы. Катапульта это вот эти штуки. Ну, камни. Так, у револьверов, ну, точнее, это не совсем револьвер, это однозарядное ружье, соответственно, у нее вот такие вот пульки. Так, ну здесь уже патроны и вот так. Все, супер, друпер. Я, правда, не знаю, что это последнее такое было. Может, вы напишите в комментариях, я даже не знаю. Так, ладно. Нет, не прокатило второй раз, когда я его, собственно говоря, сдвинул в самом начале. Я понял, хорошо. Так-то не так хорошо. Так, ладно, что здесь нужно найти? Что здесь... О, я на карту нажал. Ага. Наверное, нужно ее собрать просто-напросто. Вот и все. Так, вот так. Далее у нас идет... Нет, это не то. Вот так. Вот так, да, все правильно. Вот так и вот так. Собрали. Это все. Прекрасно. Летим дальше. Давайте попробуем. Хорошо. Так, ладно. Здесь у нас что? Здесь у нас опять вот эта вот табличка какая-то. Менделеева. Так. Элементы уже не хотят особо браться. Может быть, я чего-то не вижу или чего-то не знаю. Или... О! Так. Хорошо. Я пронажимаю каждый элемент, сука, который тут даже будет. На всякий случай. Потому что я пока что вообще... А что бояться-то? Ну, ходит тут кто-то. И что теперь-то? Так, ладно. Может быть, вот это вот... Вот так, раковина что-то нашел. О, тут какая-то тень. Наверное, вот сюда нужно поставить вот это и вот это. Да? Нет. Не понял. А куда это ставить? Тут некуда больше ставить. Ну, по сути, это же что-то вроде телескопа или вроде того. Ладно. Так, вот это что такое? Ага. О, это как раз для телескопа. И, наверное, тоже сюда. Прекрасно. Супер-друплер. А что теперь? 7290. Я вообще этот код не заметил. 72. Ой. 90. Ой. Улетели, ребята, улетели. Продолжим. Так, здесь у нас что нужно сделать? Я так понимаю, здесь нужно убраться. Для этого нужен совок, метелка. И все. Совок вот сюда ставим. Метелочку вот так вот берем. Наверное, вот так вот нужно еще убрать. И... и все, я понял. А тут уже остальное сами все уберут. Молодец, хорошо, спасибо. Так, здесь у нас что? Я уже был в этой комнате. Что здесь уже сделали? Здесь опять нужно что-то найти. Ложка, которая очень сильно выделялась на заднем фоне. Вот эта штука выделяется. Вы видите, да? Вот здесь стык есть. Стык, который очень сильно выделяется. Так, что здесь дальше-то еще нужно сделать? Так, о, ломик 100% для вот этого ящика. Давайте его сразу откроем. Так, здесь мешок. Я так понимаю, его нужно разрезать. И взять оттуда вот этого вот. Да? Ага. И что, и куда? Вот, скорее всего, вот этой вот штуки. Не понял? Нет. А как бы она сказала? Так он скажет. Это же попугай. 48575. Окей, давай. 48575. Оно. Классно. Идем дальше. 100 дверей, чтобы выйти. Молодец, спасибо. Так, а что тут нужно делать? Лестница. Так, лестницу я взял. Я, наверное, вот сюда. Вот сюда, да? Или вот как? Вот. Как ее? Как ее поставить-то? Как ее поставить? Что еще-то? Может, вот так вот нужно делать, как в самом первом задании. У меня все трясется, мониторы трясутся. Но нет, это тоже все не то. Так, ладно. Возможно, что я что-то упускаю. Но что конкретно, вопрос, конечно, интересный. Ну, блин, ну я же 100% куда-то вот... Ага, супер. Так, насыпаем. Давай, собак. Кушай. Прекрасно. Отлично. О, этот уровень еще никто не проходил до меня. А, какой крутой. Так, ладно, что у нас здесь? У нас здесь есть две картины, и, наверное, нужно найти у них отличия. Вот и все. Так, ну давайте полетим. Что за отличие у этих картин? Что у них есть не совсем общего? Ну, я на самом деле пока что не вижу никаких... А, стоп, вот первое отличие. Так, прекрасно. Где-то еще есть еще одно. Вот этого нету на второй картинке. Сколько всего-то их здесь? Вопрос интересный, конечно. Так, вот тут вот все понятно. Цвет совпадает. Зонтик разного цвета. Так, здесь у нас еще что-то непонятно вообще. О, здесь нет девочки, кстати. Так, ладно, допустим. Так, вот это вот тень, вот это вот луна такая. О, нет вот этого кораблика. И все, по сути, наверное, да? Да, все, прекрасно. Великолепно просто. Летим дальше. Так, здесь у нас какая-то комната с инструментами, и я пока никуда не могу нажать, кроме... А, вот она, кстати, очень сильно выделяется, и сейчас, походу, упадет вот эта вот скрипка. Так, что здесь нужно сделать? Не понимаю пока что. R. H. T. M. A. А, я понял. R. T. Прекрасно просто. Это Моцарт. Стыдно не знать, так сказать. Ну ладно, мы летим дальше. Ролик уже затягивается немножко, но я постараюсь уже прямо сейчас его и закончить. Ну вообще, вы знаете, что я думаю сделать? Я думаю, мы на этом и закончим. С вами был Паша Клэнс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Не знаю, понравится ли вам ролик данного формата. Лично мне, в принципе, вкатила данная игрушка. И чуть-чуть я, так сказать, развлек себя, если угодно. Лайкосики, подписочку. На Инстаграм также вы можете подписаться. Ну а я полетел. Если вам понравилась данная серия, то, возможно, я выпущу еще, но мне кажется, я там с ума сойду, пока я буду снимать. F9, пока.